промоушен. Вот я даже помечу, что это пиар. Это реклама. И почему вот этот пункт самый интересный? Потому что когда уже у вас есть продукты, вот это вот все, промоушен является самой видимой частью маркетингового микса, видимой для аудитории. То есть вот это вот, когда вы строили, там, придумывали, что вы будете продавать, где, за сколько, люди никогда этого не узнают. Ну, у вас там взорвался мозг, у вас там были написаны какие-то концепции захвата мира. Никто никогда этого не узнает. Это тот черный труд. Это, кстати говоря, чтобы вы просто понимали в процентовке, это 99% кошмара. Вот это все придумать, это ужасно, но никто об этом не узнает никогда. Промоушен – это 1%, но какой? То есть, как бы, когда люди уже начинают, да, вот, внедряться, когда уже у вас есть нечто готовое, вы думаете, как бы это продвинуть на рынке.